Привет, друзья! К вам сейчас будет говорит я Махмуд. Я Махмуд, член организации Славянский Союз. Почему я член организации Славянский Союз? Потому что я русский человек, и все мы с вами русские люди. Вы русские люди, такие же, как я, русские люди. И поэтому наша организация Славянский Союз заботится о том, чтобы России все было хорошо. Вот враги России как говорят мы, что в России был татаро-монгольский ига. Какой татаро-монгольский ига? В России не был никакой татаро-монгольский ига. Все это вранье. Посмотрите вот на меня. Я русский человек, русский человек. И вся Россия, это такой же русский человек, как я. Посмотрите, Россия, самый красивый женщин. Сестра моя, Гульчинай, Алтинай. Это русский красивый женщин, вся Россия. Такой, как и, какой монголь-татарский иг. О чем вы говорите? Какой вообще монголь-татарский иг в России? Да не было такого. Хо-хо-хо. Это что ж получается-то? Конечно. Что русский мужчина быть слабый, трусливый, как заяц, который не смог ударный отряд Сугудея из 10 тысяч татар, что ли, остановить, а? Конечно, нет. Это ж ритюль. Я скажу, что такого Славянский Союз, что говорит-то? Вообще вот. Проезжает в Россию вот нелегальной эмиграции. Мы против нелегальной эмиграции в России, потому что мы русские люди. Вот такие же русские люди, как я. Скажи такую вещь, вот еще какую-то это. Вторая мировая война же. Наши деды-то воевали на Второй мировой войне. Мы победили фашизм. Мы, русские люди, мы победили фашизм, понимаешь, лет. Что ж, старик, артлай барме крбендец, фашистам не хорошись. Эсбермик, деды-то воевали, понимаете, наши деды воевали. От Америка вообще не уважает Америка. Жирный, тупой американец. Поедать гамбургеры и шагомештыны. То ли дело не русские люди. Вообще жирный американец. Понимаете, жирный американец. Махмуд не уважает жирный американец. Вот я русский, мы русские люди. Поэтому мы живем в такой прекрасной стране, такой у нас уровень жизни. Потому что мы все русские, великие народы. Это мы. Это лишь ты. Ступай, друг, в Славянский Союз. Борис против нелегальной эмиграции. Вообще-то. Деды наши воевали на Вторую мировую войну. Всегда мы давали отпор там нелегальным эмигрантам. Как хан Бати, там Чингисхан, нелегальные эмигранты. Понимаешь, я русский человек, русский. Вся Россия, это такой же русский человек, как я. Понимаешь, дорогой, вот и ты станешь, что Славянский Союз, вступаем в... Борисыме против нелегальными миграциями, русский человек. Куда там жирный вообще, жирный американец, а наши деды воевали на Второй мировой войне за наши русские, за Россию, за русские ценности воевали шагельмешты. Эземе, айштена, ялтина, ибарме, кербенде.